У берегов австралийского острова Тасмания погибли 380 черных дельфинов-гринд, застрявших на мелководье. Спасатели пытаются вызволить из беды еще около 30 особей, которые оказались на песчаной отмели. Порядка 50 животных уже вернулись в океан. Несколькими днями ранее сообщалось о 270 дельфинах, но в среду во время облета острова сотрудники природоохранной службы обнаружили еще несколько сот животных. Во вторник утром группа из 60 спасателей начала вводить дельфинов на глубину. Местные жители нередко обнаруживают и дельфинов, выбросившихся на берег. Но такое количество животных было замечено на мелководье впервые за всю историю страны. Если бы вы были на месте, вы бы услышали, как дельфины общаются друг с другом, используя высокочастотные звуки, как они свистят друг к другу. Но вот эти сигналы тревоги, эти звуки, вам бы точно никогда не хотелось услышать. Спасатели признаются, что им, возможно, придется выбирать тех особей, у которых больше шансов выжить. Хотя сделать это непросто. У некоторых дельфинов могут быть внутренние травмы. До сих пор неизвестно, что заставляет животных выбрасываться на берег. Некоторые эксперты полагают, что лидер группы может по ошибке привести товарищей на мелководье.